проникаем на кораблик. Ты давай, вот так. Так, чуть-чуть левее. Смотри, он поворачивает. Он кружится. Тут не просто так посадочка сделана. Так, сейчас на правую сторону привыкнуть. Ну, да. Получается, что он его не может прибомбить, видишь? Пятый. Или потому что его слишком раскачивает. Ну, перемещение в нашу сторону. Вот на такой лодочке. Сколько стоит билеты эти? 15 евро стоит поехать на Голубую лагуну. Что это за Голубая лагуна, мы узнаем чуть позже. Как она выглядит, чем отличается, что себя представляет. Sorry, everyone from there, please. I cannot work like this. From there, thank you. Голубая луна. Голубая луна. This is for the bus tour in Gomso, okay? Thank you. So that's 1, 2, 3. Hang on a minute, please. Two persons. That's for the bus tour in Gomso, thank you. And go on board. Morning. Вперед, вперед, hello. Hello. Going to Pomino Blue Lagoon. So it's the second stop, please, okay? Okay. Thank you. Нормальная такая раскочегарка. Так, наверх. В первую очередь. Там уже будем смотреть. В общем, находимся мы на острове Мальта. Это город у нас называется Слима. Вот здесь разные такие, как видите, огромное количество разных вот этих лодок стоит. И вот так, если по набережной здесь идешь, они предлагают свои какие-то поездки, экскурсии в разные места. Я сейчас точно не буду говорить, но мы в данный момент вроде бы едем типа на какие-то пляжи, красивые места, где можно купаться, насколько я понял. Называется это место Голубая лагуна. Сейчас мы доедем, да, Всевышний. Я вам покажу, что там творится. Вот, что пока все. Смотрите, Азор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.